И с помощью бега за полгода, за 7 или за 8 месяцев, если быть точным, скинул со 103 до 83. Бегал Артем всегда, но полгода назад вошел во вкус, увеличил дистанции и стремительно преобразился, причем не планируя. Больше 2000 километров за год. Так как пробежать хотя бы километр? Надо просто проспать на работу немножко. И хочешь, не хочешь, тебе придется бежать на остановку, бежать до работы бегом. Это даже небольшая легкая пробежка, она уже полезна для организма. Ну а теперь ради эксперимента мы с Артемом пробежим примерно 100 метров, да, и проверим в конце забега пульс человека, который активно увлекается бегом больше 2 лет. И человека, который просто ведет активный образ жизни, играет в футбол и, ну, иногда бегает. Ну что, Артем, стартанем? Угу. Поехали. Оп. Так, твой пульс 133. У меня 126. Победил мы начинающийся. А вот Ольга пришла к бегу через лыжи. Многие думают, что лыжники зимой отдыхают, но нет, они тренируются бегом. Сейчас она так расслабляется, а в лесу и вовсе успокаивается. Просто для здоровья, для гармоничных отношений с детьми, потому что иной раз придешь, а тебе там стены изрисовали, и хоп, в лес добрую маму сделала, вернулась с детьми, уже можешь адекватно разговаривать. И для любого жителя бег будет значить что-то свое, особенное, но объединяет их всех – активность. Мы подышали воздухом, получили дозу кислорода, настроение улучшилось, эндорфинчики, дофаминчики, все добавилось. Аэробные нагрузки, связанные с получением, с большим доступом кислорода, и наше настроение, наша работоспособность. Отчаянных бегунов не испугает даже сегодняшняя погода, но начинающим лучше подождать недельку для комфорта. Начинайте весну правильно и в движении. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.